1809.06.2018, обновлено, полночь 19-9 июня 2018 года 3701 Москва, 9 июнь, РИА Новости. Кандидата на пост губернатора Подмосковья от партии «Единая Россия» выберут в субботу на конференции регионального отделения партии, сообщила пресс-служба Мособлдумы. 9 июня в Мособлдуме состоится внеочередная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты конференции в рамках предварительного голосования «Единой России» выберут кандидата на должность губернатора Московской области, говорится в сообщении. По результатам тайного голосования члены партии выберут одного из пяти кандидатов. Принять участие в выборах планирует действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме него, за возможность стать кандидатом в губернаторы от «Единой России» поборются члены политического совета регионального отделения партии Роман Володин и Александр Толмачев, член президиума реготделения Валентина Кабанова и сопредседатель штаба УНФ в Московской области Александр Лысенко. Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.